Так, ну что ж, давайте сегодня быстренько пробежимся и начнем делать, дай бог. Снова у нас Казань Экспресс сегодня. Открываем, давайте смотрим, что там внутри. Так, ну что ж, что мы с вами видим? Как вы думаете, это расческа, да? Да. Такая вот компактная капля. Интересно, похоже на каплю, да? Ну да, вот так, если капля падает, то получается это капля. Вот так она выглядит, она довольно-таки жесткие здесь эти прутья. Прутья. Вот так вот она в своем виде, так сказать, расположена. Сейчас давайте откроем, посмотрим ее применение. Ой, кто-то потошил тут. Кто-то потошил. Смотрите, кто это тут. Нет. Не надо. Это несъедобная штука. Но однако уже происходит хватание. Да. Так, ну смотрите, да, давайте достаем сейчас. Отсюда ее доставим. Тут вскрыли немножко. Зверь наш уже наблюдает. Вот уже зверь наблюдает. Тут лежит уже. Очень наблюдательный. Сейчас. Ох. Посмотри, что она хочет, эту расческу. Смотри, что делает. Да что это такое, лаки? Тут плохо она отходит, а вот все. Наконец-то добрались. Вот она, все. Это массажные капли. Вот так проводим процедуры. Вот так вот нужно. Как? Вот так вот себя показывает массажные капли. Как видим, она работает. Зверь полностью успокоился. И спит. Скрывает глаза. Видите? И такая вот массажная капля. Так вот выглядит расчесочка эта. Очень хорошая штука. В форме капли выполнена. Можете руки проходить по рукам. Вот так вот. Что-то для меня, что-то не для Петрушки. И вот, потом можете по голове пройтись. Так, голова. Вот, сразу спать охота. Вот. По шее можете пройтись. Ну, как здорово. Вот. Ну, в принципе, все, что могу сказать. Вот такая вот расчесочка. Всем рекомендую. Релакс вам обеспечен. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И всем пока. Видите, зверь доволен.